Перед поездкой нужно будет сдать тест на коронавирус сроком не более 3 суток. И если результат отрицательный, предоставить сертификат при въезде в страну. Результат обязательно загружаем на сайт cyprusflightpass.gov.cy. В течение недели после прилета на Кипр вам нужно повторить тест. Если ваша путевка рассчитана больше, чем на неделю, то каждый 7-й день вас будет ждать повторное тестирование. Если вы вакцинированы, все гораздо проще. Захватите с собой сертификат о прививке, переведенный на английский язык, и покажите его в аэропорту прилета. Вам сделают только приветственный тест при въезде. И то не факт, это выборочно. К счастью, Кипр принимает спутник 5. Киприоты обязаны предъявлять SafePass, сертификат вакцинации, в больницах, на праздниках, фестивалях и других массовых мероприятиях. Если тебе интересна данная тема, ты можешь посмотреть полное видео на моем YouTube-канале SMAPS.